церемонии слово предоставляется ректору Московской консерватории, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, доктору искусствоведения, профессору Александру Сергеевичу Соколову. Потому что Московская консерватория задает такой путь на всю жизнь. Успех вам, дорогие!
предоставляется начальнику отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Анне Дмитриевне Григорьевой. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие и любимые коллеги, уважаемый Александр Сергеевич! Дорогие друзья! Огромная честь и огромная радость выходить на эту сцену. А у вас было такое счастье выходить и быть на этой сцене целых 5 лет. И я очень надеюсь и верю в то, что на эту сцену еще не раз пойдут ваши стопы, и вы будете радоваться нас, публику, своими выступлениями. А мы будем радоваться за вас и гордиться вами. Огромные слова благодарности хотелось бы сказать всему профессорскому преподавательскому составу, руководству этого уникального образовательного учреждения, этого образовательного учреждения, ведущего как в нашей стране, так и на мировой арене. Вы действительно по праву можете гордиться тем учебным заведением, в котором учились. И вы необходимо будете благодарить всех тех, кто сопровождал вас все эти годы. Конечно, огромная благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу. Всем тем, кто помогал вам в эти годы. И огромная благодарность вашим родителям за терпение, за сотрудничество с вами, за единомыслие. И я очень надеюсь, что среди вас уже сложились творческие коллективы, что вы будете продолжать дружить и общаться. Потому что любой конкурс – это конкурентная среда. Но общаясь на любом конкурсе, на любом мероприятии, на любом фестивале, люди встречаются и складываются в уникальные творческие коллективы. Я вам очень желаю побольше открытий, побольше свершений на вашем, конечно же, нелегком пути. Потому что путь, который вы выбрали, он путь подвижника. Каждый из вас видит свое будущее по-разному. Но пусть для каждого из вас оно сложится самым наилучшим образом. Пусть всегда в вашем сердце будет вот это необыкновенное здание. Пусть всегда перед вашими глазами будет эта необыкновенная сцена. И пусть будут силы и радость прославлять нашу страну. Не только выходя на эту сцену, но выходя на мировые подмостки. И выходя на мировые сцены, я уверена, что каждый из вас в сердце внесет огромную любовь к каждому сидящему рядом, каждому сидящему на сцене и огромное счастье, творчество в своей жизни. Желаю вам всем огромных успехов, любви к своему делу, профессионализма высочайшего класса и желаю вам сохранять те традиции, которые с поколения в поколение всегда были в этом учебном заведении и продолжают царствовать в этом храме искусства. Счастья, успехов и всех благ. Выпускников на сцену приглашается декан фортепианного факультета профессор Андрей Александрович Писарев. Особенно приятно вас здесь приветствовать, когда на сцене сидит мой дорогой профессор Сергей Леонидович Доренский. И я помню, как я заканчивал консерваторию. У нас таких торжеств не было. Я очень рад за вас. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы успели все свои мечты или большую часть воплотить в жизнь. Дружите. Любите друг друга. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. С поздравительным словом на сцену приглашается декан факультета по работе с иностранными учащимися профессор Александр Владиславович Соловьев. Дорогие коллеги, дорогие выпускники,
вы переходите на новый творческий уровень, ибо сегодня вы станете обладателем одного из самых значимых и котируемых дипломов во всем мире о высшем музыкальном образовании. Но учтите, что это только первый шаг вашего длинного пути профессионального становления. Вспомню, как в свое время я так же, как и вы, получал диплом Московской консерватории из рук нашего ректора Александра Сергеевича Соколова. Я хотел бы пожелать, чтобы период его руководства консерватории продолжался как можно дольше. Буквально на прошлой неделе мы провели новый фестиваль Московской консерватории, который называется «Рожденные России». И наряду с известными отечественными исполнительскими коллективами в этом фестивале приняли участие и иностранные граждане, которые получили свое профессиональное рождение в нашей родной Альма-Матер. И я хотел бы здесь привести слова одного из таких исполнителей. Он в свое время закончил кафедру хорового дирижирования. Известный испанский хоровой дирижер Хосе де Филиппе. И он вышел на эту сцену и поделился своим впечатлением о том, как он имел счастливую возможность выйти на эту сцену спустя 41 год после окончания Московской консерватории. Вот нынешнему выпуску я хочу пожелать, чтобы их творческая судьба складывалась успешно, и чтобы как можно больше вы имели возможность выходить на самые престижные сцены мира, а самое главное, на сцены Московской консерватории. Поздравляю вас с окончанием, желаю успехов, в добрый путь! Поблагодарить от лица иностранных студентов всех преподавателей декана профессора Соловьева Александра Владиславовича и сотрудников иностранного деканата. Спасибо вам всем большое за ваше трепетное отношение к нам, за ваше терпение и понимание. В сердце каждого из нас останутся самые теплые воспоминания по 5 лет, прожитых в стенах Московской консерватории. Представляется выпускница историко-теоретического факультета Ольги Шальневой. Уважаемые профессора, уважаемые педагоги, уважаемые деканы, сотрудники деканата, позвольте от всех выпускников поблагодарить вас за наше счастливое студенчество. Спасибо вам большое за все ваши слова, советы, ваши знания, за вашу невероятную любовь к музыке, которой невозможно не заразиться и которая снова и снова приводит нас в концертный зал нашей Альма-Матер. Эти стены знают только историю. Именно вы хранители ее великих традиций. Именно вы цените и держите эту атмосферу, которая вот уже 150 лет вдохновляет великих композиторов, великих исполнителей, которая открывает новые таланты, которая позволяет реализовать свою мечту. Спасибо вам за это. Первые 25 лет жизни нас учат слушать и слышать. Наши родители, затем наши учителя вселяют в наши головы мудрые мысли. Теперь настало наше время сделать так, чтобы нас услышали, чтобы нас слушали. И я бы хотела пожелать всем нам с достоинством принести все эти знания, весь этот опыт, полученный в этих стенах. Я думаю, что мы сможем с достоинством называть себя выпускниками Московской консерватории. Спасибо. На сцену приглашается заведующий кафедрой скрипки профессор Эдуард Давидович Грач. Дорогие выпускники, дорогие девочки и мальчики, вы для меня девочки и мальчики. Потому что этот день получения диплома у меня был ровно 65 лет тому назад.
отправился сюда, в этот святой большой зал консерватории, я посмотрел свой диплом. И снова был горд, что я учился. Я не преувеличиваю. В лучшей консерватории мира. Я хочу от души пожелать вам в жизни, ну, естественно, счастья, здоровья и удачи. Это очень-очень важно. И еще хочу надеяться, что вы будете любить музыку до последнего дня своей жизни. Потому что лучшей музыки на свете нет ничего. Поздравляю!